тысячи лет назад древние люди использовали мельницы для просеивания риса. Сейчас люди меняют свою жизнь с помощью эффективной сортировки. Сортировка всегда была общей мудростью человечества. Интеллектуальная сортировка в горнодобывающей промышленности приводит к новым изменениям. Концентрация на том, чтобы идти в ногу со временем. Инновации не боятся вызовов. Ганчжоу HPY Technology основана в 2015 году. Это высокотехнологичная компания, специализирующаяся на сортировке руды. Получение рекомендаций на национальном уровне. В компании более 400 человек и несколько филиалов по Китаю. Ар-Амперсант Ди находится в Шэньчжэне. Собрав многогранный элитный коллектив машинного зрения и электронной, сенсорных технологий ТНИ, всестороннее развитие потенциала независимых научных исследований. Являясь лидером в области интеллектуальной сортировки руды, HPY располагает крупнейшей в Азии лабораторией для руды. Достигла первого применения сортировки руды в Китае для вольфрама, олова, сурьмы, свинцово-цинковых руд, меди, молибдена, золота, фосфата и других типов руд. Сотрудничает с многими университетами проведения исследований и постоянно внедряет инновации в сортировку руды. Общепромышленные инновации в области алгоритмов, оптики, рентгеновских лучей. Разработала Winch-алгоритм, первый лидер для сортировки руды. Владеет около 200 патентами технологий. Создала передовое глобальное решение для сортировки руды. Внедряя инновации на практике и создавая превосходство мастерством. Серия Circle – наш первое создание с формой кольца по всему миру, который использует аэрофотосъемку для более высокой точности обнаружения. Обнаруживать руду на 360 градусов с временем реакции менее 1 миллисекунды. Высокой производительности и сильной сортировочной способности. Завоевал признание в отрасли. Серия Insight. Идентификация сложных видов минералов. Использование комбинации двухсторонней, отражательной и рентгеновской визуализации. Оборудование сортировки руды для наиболее полного спектра типов руд. Серия Golden Call специализируется на сортировке угля. Используя технологию двухэнергетического обнаружения рентгеновского излучения в сочетании с алгоритмами ИИ. Разделение угля и ганга с помощью воздушных клапанов. С лучшим соотношением цены и качества. Серия Classic использует 1/2-энергетические рентгеновские датчики стабильной сортировки, являющиеся самым широко используемым устройством для сортировки руды в Китае. Эталон сенсорной сортировки руды. Благодаря точные данные. Создание облачной платформы HPY, цифровыми моделями. Статистика ресурсов данных, система самодиагностики. Простота восприятия одним щелчком мыши в облаке. HPY Technology. Предварительная сортировка позволяет повысить содержание руды, продлить срок рудника и увеличить КОЭФ использования руды, сортируя отвалы пустой породы. Создает экономическую выгоду и адекватно решает проблему сброса твердых отходов. HPY внедрит сортировщики по всему миру. В настоящее время компания HPY продала более 400 машин, занимая крупнейшую долю рынка в Китае. Обслуживает около 100 компаний, включая Zijin Mining, China Tungsten, Hi-Tech Materials и Shandong Gold. Технология находится на ведущем международном уровне. Внести вклад в экологизацию и интеллектуальную горнодобывающей промышленности. Заглядывать в будущее очень важно. HPY намерена и дальше совершать революцию в горнодобывающей промышленности и менять мир к лучшему.